Здравствуйте, меня зовут Талия Радченко. Я автор первого женского видеопортала Талия.ua. Этот видеокаст мы пишем из замечательного города Паттайя в Таиланде. Тема этого видеокаста – как начать собственный бизнес. Давайте поговорим о том, почему же стоит начать собственный бизнес. 4 года тому назад, мне было 25, и я работала телевизионным журналистом. Это та работа, о которой я мечтала с детства. Она очень интересная, она дает возможность знакомиться с интересными людьми. Но я хочу рассказать о минусах, которые давала эта работа. Первое, я не видела свою семью, я не видела своего ребенка. Второе, это посаженное в ноль здоровье, потому что я уже работала на аптеку. У меня один с другим выходили органы из строя. И третье, это деньги, конечно же. И вот, когда я заболела очень сильно 4 года назад, я решила начать собственный бизнес. Итак, прямо сейчас я предлагаю вам ответить на 3 простых вопроса. Первый, достаточно ли у вас денег? Второй, хорошее ли у вас здоровье? И 3-й вопрос, достаточно ли вы имеете свободного времени? Если на один из этих вопросов вы ответили нет, тогда стоит начать собственный бизнес. В своих тренингах я делаю упор на женский бизнес, потому что ни для кого не секрет, что он строится намного сложнее, чем мужской. Но тем не менее, мои советы подходят как для мужчин, так и для женщин. Я не знаю, как строятся миллионные и миллиардные бизнесы, но я знаю, как начать собственный бизнес, который будет приносить доход в месяц больше, чем наемная работа, в несколько раз как минимум. С вами была Талия Радченко. Заходите на мой портал, приходите на мои тренинги, смотрите мои видеокасты, худейте и богатейте с удовольствием.